Всем привет, меня зовут Федор Васильев, я продолжаю рассказывать о премиях плагинов для DJ-объявлений, DJ-класса Fields Component, доска объявлений. В этом видео я хочу поговорить о плагине Offers или предложение. То есть я почитал, ознакомился, возможно, будет интересно, что это за плагин и с чем это идет. Вы также можете перейти на страницу разработчика и почитать об этом самостоятельно. Итак, вот написано. Приложение Offers для DJ Ads расширяет функциональность DJ Ads, то есть это DJ этот компонент, DJ Classifield, предоставляя пользователям возможность предлагать свои цены за товар. Это не то же самое, что аукцион. Предложение не должно быть денежными. Существует простая форма, когда пользователь может написать свое предложение, например, $100 США и iPhone. Только рекламодатель может видеть полученное предложение. То есть визуально это должна быть такая формочка на сайте, на объявлении. То есть я даю объявление, и когда я даю объявление, я решаю, хочу я, чтобы мне сыпались какие-то предложения или нет. И если я согласен, там можно выбрать «да», «нет». Если выбираю «да», появляется такая формочка, где человек может мне написать в эту формочку, там, что он, например, может мне предложить, может быть, какой-то бартер за мой товар, да, то есть не просто оплата. И это будет приходить уведомление на почту. То есть он мне написал, мне на почту пришло. Ну вот давайте рассмотрим данный плагин, как его установить и настроить. После покупки данного плагина он выглядит вот так на компьютере, JClassifieldz Offers. Я перехожу в админку своего тестового сайта, устанавливаю плагин как обычно, перетаскиваю в эту область. Установка успешно завершена. Давайте посмотрим плагины. Вот я отсортировал уже в поле поиска Offers. Вот он у меня его находит. Зайдем внутрь настроечки. Настроек никаких нет, его просто надо включить. Сохранить, закрыть. И что мы делаем дальше? Мы сразу с вами нажимаем «Добавить объявление», «Посмотреть». Должна была появиться некая галочка для разрешения этой опции. То есть, буду я, хочу для своего товара использовать возможность другим людям писать мне или нет. Прокручиваем в самый низ страницу размещения объявления. И у нас с вами вот здесь вот будет автоматически публиковаться, видите, предложение. Клиенты могут делать предложение. То есть, а я, когда я размещаю объявление, я выбираю, дать такую возможность другим людям предлагать мне какие-то предложения или нет. Соответственно, если мы этот плагин отключим, вот это вот тоже у нас исчезнет здесь. Но с этой страницы, с фронтальной части, я думаю, понятно, как это работает. То есть, мы публикуем объявление и здесь просто выбираем «да» или «нет». Чтобы объявление какое-то новое не публиковать, чтобы посмотреть, как работает данная опция, и вообще, как включить из фронтальной, а точнее из админской части для уже существующих объявлений данные настройку, давайте посмотрим. Для этого я перехожу в DJ Classifieldz, перехожу в объявление, и вот мои есть объявления. Давайте вот зайду я в щенки, продажа щенков, и вот здесь вот появляется, видите, предложение. Новая вкладка. И, естественно, здесь везде будет по умолчанию стоять «нет», потому что эти объявления были опубликованы ранее. Я включаю, чтобы просто протестировать, сохранить, закрыть. Перехожу на сайт, нахожу свое объявление. Видим, появилась кнопка вот здесь вот «сделать предложение». Поле для ввода денежного эквивалента, поле для ввода сообщения и кнопка «Отправить предложение». Давайте сейчас убедимся в том, что я авторизован как другой пользователь, то есть как тест, чтобы просто посмотреть, как это работает. То есть нажимаю «Вход», нажимаю здесь «Тест». То есть у меня тестовый пользователь. Если вы смотрели мои предыдущие уроки, вы видели, я делал двух пользователей, тестового и второго администратора, чтобы можно было вот это все проверять. Итак, я иду к пользователю и давайте протестируем. Я напишу там, ну просто напишу обмен. Я хочу, например, чтобы не всю сумму платить за щенков, да, например, что-то дать еще в обмен и пускай я заплачу.
30 тысяч, не 35, 30 тысяч плюс еще обмен. Отправить. Все, сообщение, предложение размещено. То есть обязательно надо указать еще и цену. То есть это некая возможность как бы снизить цену, но при этом, я не знаю, что-то обменять. В каких-то случаях, возможно, это кому-то будет очень полезно. Лично я, конечно, я такое не видел. Ни на одной доске, может быть, я просто не обращал внимания, но такую возможность я нигде не видел. Здесь впервые такое вообще вижу на компоненте для Joomla. Сразу перехожу в почту, чтобы вам показать, что все работает. Видно два, на английском языке два письма, видно, что от моего сайта. Естественно, оно не переведено. Это шаблоны писем, их можно легко перевести уже в админке. То есть мы видим здесь два сообщения. Вот щенки, да, что, ну здесь надо переводить, что скорее всего просто уведомление, что мне какое-то пришло поступление, ну предложение. Оно так и есть, вы видели, я только что отправил предложение. И соответственно здесь пишется, что цена 30 тысяч, и вот здесь месседж, сообщение, обмен. То есть я могу через почту увидеть, и ссылка есть. Если я перейду, да, я сразу перейду на объявление. То есть уведомление проходит, все хорошо, все работает. Осталось их только перевести на русский язык. Теперь нужно как-то еще вывести это на сайте. Есть специальные пункты меню. Давайте посмотрим. Создать. Выбрать. DJ Classifieds. Находим здесь ссылку «Получение предложения». Здесь такая ссылка есть. Можем также это и назвать. Получение предложения. Сразу я выберу, чтобы это отображалась ссылка в моем аккаунте. Сохранить. Мы с вами создали полученные предложения. А здесь есть еще один пункт. Чуть выше. Отправленные предложения. Давайте его тоже посмотрим. Так и назову. Нажму сохранить. Если вы администратор, то в самой админке на странице DJ Classifieds внизу в самом, не забудьте, есть у вас тоже предложение. И здесь вы можете видеть, от теста пришло предложение. И видите кнопка «Отправить сообщение». То есть сразу сообщение для пользователя. Email – это пользователя. Вот здесь видно, это email пользователя тест. И напротив вы можете видеть здесь статус, изменить статус. У вас ожидание ответа пользователя. Принято. Ожидает оплаты. Отключено пользователем и так далее, другие варианты. То есть, чтобы изменить статус, надо выбрать «Принято», например, потому что предложений же может быть несколько здесь. Вот здесь видно сообщение «Обмен», 30 тысяч, я согласен, например, на эту сумму. «Принято», «Ожидает оплаты». И нажимаю «Изменить статус». И написано «Статус изменен». И, кстати, не забудьте шаблоны писем. В шаблонах вот здесь вот надо просто найти, вот видите, по-русски написано, где слово есть, в составе заголовка «предложение», «предложение», «предложение». Вот в разных ситуациях отправляться будут те или иные письма со словом «предложение». Это под наш плагин. Соответственно, здесь надо будет зайти, как я говорил ранее, просто переименовать то, что нужно на русский язык. Не забудьте, здесь есть еще вторая страница, посмотреть. Нет, здесь вроде больше нет предложений, значит, все у нас, они вот здесь внизу все вместе. Предложение. Раз, два, три, четыре, пять. Пять писем. Итак, на прошлом объявлении с собаками я не могу вам показать. У меня этого объявления нету в моих объявлениях. Там я не знаю, что там с ним произошло. Я посмотрел, какие объявления сейчас у меня действительно активны. Вот у меня вот эти щенки активные. И я еще раз залогинился под тестовым пользователем и с этого объявления отправил предложение, чтобы вам показать. Сейчас я залогинился, вы видите, как автор этого объявления. Перехожу. Полученное предложение, которое мы только что с вами создали, пункт меню. Как это выглядит с фронтальной части, видите, как все красиво на как бы фронталке. И здесь вся информация. Сообщение от покупателя, обмен. То есть я писал обмен от другого пользователя, цена. То есть я снижаю цену. Не 55 тысяч, а 50. Количество, дата, когда я это сделал. И кто это сделал. Тест, пользователь и email. И здесь удобно статус выбрать. То есть я уже выбираю, что мне делать с этим предложением. Принять предложение или отклонить предложение. И написать сообщение. Например, я принимаю предложение. И я пишу здесь «Я». Я согласен. Нажимаю «Отправить ответ». Сообщение отправлено.
сразу вот здесь вот ситуация меняется. Смотрите, мы не можем больше отправлять сообщение, статус. Предложение принято, статус оплаты ожидается, статус оплаты услуги ожидает подтверждения. Итак, я авторизовываюсь теперь как тест-пользователь, тот, который предложил обмен. И чтобы вам просто показать, зачем вот эти две ссылки. То есть получается, полученные предложения — это то, что мы получаем, а отправленные предложения — там информация меняется. Вот вы сейчас видели, я только что согласился и отправил человеку, что я согласен, и этот человек в своем аккаунте может перейти на ссылку «Отправленные предложения» и увидеть вот такую здесь страницу, что статус предложения принято. Скорее всего, здесь, на этой странице, статус был другой до того, когда я принял какие-то действия. И статус оплаты ожидается. И кнопка «Заплатить» у меня появляется. Нажимаю «Заплатить», и смотрите, как это все устроено с сайта. Очень удобно. То есть цена действительно поменялась, как я и предлагал, 50, а не 55. То есть 50 тысяч. И все. Дальше процедура обычно идет. То есть здесь будут те платежные плагины, которые вы подключили. И дальше уже показывать смысла нет. Я думаю, здесь уже просто оплата происходит по факту, и все.